Миром. Мир всем. Мир всем. Мир всем. Мир вам. Мир всем. С миром. Царю небесный, утешитель души истины, и же везде сый, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подарки любви истины, и очистины от всякие скверны, и спаси, блаже души наша. Господи, благослови наше занятие. Не допусти нам ни прибавить, ни убавить ко всему тому, что Ты заповедал нам исполнить и сказал в Слове Своем. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Продолжаем чтение. После описания гибели прельщенных описывается гибель и прельстителя, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Так священное повествование Библии дошло до момента последнего поражения и окончательного вечного осуждения дьявола. Падение, начавшееся низвержением Люцифера с неба на землю через архангела Михаила, завершилось, достигло своей последней точки. Начавший на небе у престола Божия попадает в озеро огненное и серное, что есть гиена огненная или смерть вторая. Причем дьявол, как и зверь, антихрист и лжепророк, те трое попадают в гиену без суда еще до самого страшного суда. Антихрист и лжепророк, первые обитатели гиены огненной, встречают теперь своего пораженного господина дьявола. Сам дьявол
не предстанет на суд, как уже осужденный издревле. А сам дьявол не предстанет на суд, как уже осужденный издревле. От века в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Евангелие от Матфея 25:41. Это предначертательное осуждение дьявола совершил Иисус Христос через свою крестную смерть. Тогда Господь сказал: ныне суд миру сего, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 31 стих. И Дух Святой теперь обличает мира суде, что князь мира сего осужден. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8 по 11 стихи. Потому в последний день, при втором славном пришествии Христовом, дьявол без суда, как уже осужденный и изгнанный, будет ввержен в гиенну огненную. Слуги же дьявола, его ангелы, предстанут на суд, как о том сказано, что Господь ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдет в вечных узах под мраком на суд великого дня. Послание Иуды, 6 глава. Об этом говорит апостол Павел, послание к Коринфянам, 6 глава, 3 стих. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Но не надо думать, что там на страшном суде будет еще решаться вопрос спасения или гибели демонов. Об этом ясно пишет апостол Петр, что, цитирую, «Бог ангелов согрешивших предал блюсти на суд для наказания». 2 Петра, 2 глава, 4 стих. «Не для того предстанут демоны на суд, чтобы, может быть, еще получить помилование, но для наказания». Далее сказано: «И будут мучиться день и ночь во веки веков», то есть вечно. Этими резкими словами совершенно отсекается ересь Оригена о возможности спасения сатаны. Мысль о том, что в конце концов все, и нечестивые, и бесы, и даже сам сатана спасутся, может приятно ласкать сердце человека, играть на его лучших чувствах. Разве не прекрасно, если все спасутся? Разве не хочется этого? И таким путем, проникнув в сердце, эта мысль совершит свое дальнейшее действие. Ешь, пей, веселись, не утруждай себя трудами от спасения. Все равно не погибнешь. Но вот сладко убаюканный человек вдруг проснется от коснувшегося его пламени вечного огня. Сон прошел, начинается страшная вечная реальность. О дьяволе сказано Христом, что, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие от Иоанна 8:44. Дьявол – источник всякого греха, поэтому лукавая мысль о спасении дьявола равносильно мысли о спасении лжи, убийства, блуда и всякого греха. Дьявол не может быть спасен, как не может быть спасен грех, потому что не может быть светлой тьма. Жалеть дьявола – и печалиться о нем равносильно тому, чтобы жалеть грех. Это даже хуже, ибо дьявол является не грехом, а источником и отцом греха. Дьявола нет вне греха. Для человека грех – это нечто внешнее,
привнесенное извне, не свойственное ему. Поэтому человек может спастись от греха. Для дьявола грех – это свое. Поэтому грех и его источник должны навечно погибнуть. Святому Иоанну открывается новое апокалиптическое видение, картина страшного суда у великого белого престола. По нашему делению апокалипсиса, это шестая картина, открывшаяся Иоанну на острове Патмос. Взор тайнозрителя проник до той отдаленной точки, где кончается история Вселенной и где начинается новый великий день вечности. Страшный суд – это точка касания двух сфер. Сферы бытия временного и сферы вечно бытия. Днями отсчитывают время. Страшный суд – это последний день времен и начало вечности. Страшный суд – это конец имевшего начало и начало не имеющего конца. Это омега времени и альфа вечности. Вопросы. Так, кто-то тут демонстрацию экрана нам делает. Или лапки, что ли? Это я нечаянно попала, и что-то у меня сделалось. Как убрать, не знаю. Вы слушаете, а вы тыкаете. Все. Нет вопросов по прочитанному? Да? Вячеслав Ткачев. Хотите спросить что-то? Микрофон включен у вас. Нет, извините. Откровение, 20 глава, 11 стих. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Толкование. Так начинает Иоанн описание великого зрелища, открывшегося его пророческому взору. Это Божий престол страшного суда. Об этом говорил сам Господь. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. Евангелие от Матфея, 25 глава, 31 стих. Этот престол славы и видит теперь Иоанн. Андрей Кисарийский под белым престолом, на котором воссядет судья неба и земли, разумеет Божие упокоение, которое он сотворит прославленных добродетелями святых, восседая на них, как на престоле. Впрочем, мы, конечно же, не можем себе представлять, что именно представляет собой этот престол. Здесь, как и во многих других случаях, Писание в земных образах и понятиях показывает и описывает нам незримое и неописуемое. Престол белый, ибо свят, чист и неподкупен судья, сидящий на нем. У белого престола обнажится все нечистое. Там не будет места для мзды, но только для праведного возмездия. Трепещи, душа, и предстань пред этим престолом. Престол также великий, что говорит о величии и всемогуществе Божием. Как великий этот престол отличается от тех малых, которые Иоанн видел ранее, стих 4. На великом престоле Иоанн видит
сидящего, с большой буквы. На тех престолах он видел сидящих. Подобное видел и пророк Даниил, цитирую, 7 глава, 9-10 стихи. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги». Здесь мы опять видим один великий престол, как пламя огня, сидящего на нем, судью и создателя всех, Бога Вседержителя, а также видим и другие меньшие престолы и сидящих на них судей с книгами. О великом и малых престолах говорил и сам Господь Иисус Христос. «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, пока бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, великий белый престол, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилев». Евангелие от Матфея 19:28. Апостол Павел пишет, что «святые будут судить мир». 1 Коринфянам 6:2. И сам тайнозритель Иоанн уже ранее видел. 4 глава, 2-4 стих. Так должно себе представлять картину суда. Судья всех восседает на великом белом престоле, а вокруг иные престолы, восседающие на них праведники с книгами, также имеющие вместе со своим Творцом судить мир. И увидел Иоанн не только великий белый престол, но сидящего на нем. Он упоминает о лицо его, но не описывает, ибо он неописуем. Также видел и пророк Исаия, Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. 6 глава, 1 стих. «Но не мог описать божественного лика. Только пророк Даниил описывает немного подробнее. Воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна». Белое одеяние сидящего соответствует белому престолу. Так всем нам надлежит предстать пред великим белым престолом сидящего святого, страшного и неописуемого. Кто этот сидящий? Здесь не следует, как в 4 главе 2 стихе и 5 главе 1 стихе, разуметь именно Бога Отца в его ипостасном отличии от Сына и Святого Духа. Ибо здесь надо разуметь Бога вообще, как судью неба и земли, либо же конкретно Господа Вседержителя Иисуса Христа. На последнее указывают такие слова самого сидящего на престоле. «Все творю все новое». 21 глава, 5 стих. А это восстановление твари совершается через Сына. Так сказано. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5:17. И опять сказано. Пака бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей.
Евангелие от Матфея 19:28. Далее, сидящий на престоле говорит: «Свершилось! Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой». 21:6. А эти слова совершенно очевидно принадлежат Христу, Сыну Божию. Да и Господь говорил, что Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22 стих. Совершителем страшного суда Новый Завет всегда представляет Иисуса Христа. Смотри, Евангелие от Матфея 19:28, 25 глава, 31-32 стих. И даже сам суд назван «Судилище Христово» 2 Коринфянам 5:10. Описав судью, Иоанн начинает описывать самый суд. Перед великим белым престолом предстанут не только люди, но и вообще всякая тварь, небо и земля, все живое и неживое. Об этом так сказано: от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. У пророка Даниила мы уже видели, что от престола божественного судьи огненная река выходила и проходила пред ним. Поэтому всему, чему надлежит предстать пред престолом Божиим, должно пройти через эту огненную реку суда. Об этом так пишет святой Ефрем Сирин: «Судья воссядет на огненном престоле, а крест его море пламени, и река огненная течет от него, подвергнуть испытанию все миры». И в другом месте: «Как снесем это, братья, когда увидим огненную реку, плещущую с яростью и пожигающую всю землю и все дела, которые на ней? Небо и земля испорчены грехом через грехопадение ангелов и людей, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Римлянам 8:20-22. Звезды, солнце, луна, горы, моря и реки, цветы и травы, растения и животные – все поражено смертельной болезнью греха. А потому бежало небо и земля, и не нашлось им места в вечном царстве света. Со страшной скоростью весь пораженный грехом космос уносится в бесконечные дали вечного мрака. Апостол Петр так описывает прохождение Вселенной через огненную реку, истекающий от престола Божия: «Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, тихие же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. В этот день воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают». 2 послание Петра, 3 глава, 7, 10, 12 стих. Так исполнятся слова Писания, что этот мир проходит, и похоть его. 1 Иоанна 2:17.
ибо проходит образ мира сего. 1 Коринфянам 7:31. Человек, доколе будешь искать себе сокровища в этом мире, которому надлежит пройти, бежать от лица Божия и престола Его, сгореть в огненной реке? Почему в твоем сердце только то находит себе место, чему не найдено будет место в вечность? Поэтому отвратитесь от подверженного рабству тления. Римлянам 8:21. И о горнем помышляйте, а не о земном. Колоссянам 3:2. Но неправильно думать, что вся тварь будет просто уничтожена и бесследно исчезнет. Это было бы торжество не Бога, а сатаны. Христос не только умер, но и воскрес. Проходит образ мира сего, 1 Коринфянам 7:31, тленного и греховного. Но и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божиих. Римлянам 8:21. То есть будет не просто уничтожение, но перерождение и обновление. Об этом так писали святые отцы. Святой Ириней Леонский: не истребляется и не уничтожается ни состав, ни существо твари, ибо верен и истинен, устроивший ее, но проходит образ мира сего, то есть то, в чем было преступление, ибо всем обветшал человек, а потому по божественному о всем предведению, и образ сей был только на время. Святой Мефодий: неудобо приятно такое иных рассуждение, что все до основания погибнет, и что не будет ни земли, ни воздуха, ни неба, ибо хотя для очищение и обновление весь мир и воспламенится, будучи потопляя огнем, однако не дойдет он до окончательной погибели и истребления. Также думали блаженный Антипатр, святой Андрей Кесарийский и другие святые. Показав, как предстал перед страшным судьей весь космос, Иоанн описывает далее, как происходил суд над людьми. Вопросы по прочитанному? У кого есть? У меня вопрос есть. Пожалуйста. Вот сектанты говорят, на словах Христа, что творю все новое. Ну, начинаешь с ними разговаривать, когда говоришь, а почему у вас нет оборота? Они говорят: да Христос все новое сотворил, я новая тварь, поэтому вот у меня бороды нету. То есть все новое. А церковь почему? Церковь же уже была. Да нет, он все новое сотворил, он сказал. Откуда они берут, черпают вот эти все непонятные мысли на словах? Кстати, все творю, все новое. Это, ну, у них и спроси, откуда они берут. Ну, дьявол им вкладывает это, ему же неохота быть осужденным на вечное мучение. Ему охота доказать людям, что он просто исчезнет и никакого наказания не будет за его подстрекательство ко греху. Уйдет от ответственности. Это люди безответственные, сами так рассуждают. Ересь.
Откуда берут? Да Бог знает, откуда берут. Откуда вот Роман взял, что земля плоская? Все кругом ее лжецы и ретики. Завистью дьявола грех вошел в мир. Ну вот гляди, Игнатий Тихонович говорит, когда беседовал с ними, они ему то же самое говорили, он делал подборку их фотографий, баптистов, штундистов, начала 20 века. И они там все были с бородами. Приводил им эти примеры. Но они ничего не отвечают, только у них одно. Мы же новая тварь, поэтому мы можем без бород быть. Ответа нету. Так, еще вопросы? Я отойду, пожалуйста. Игнатий Тихонович, вам слово. Какое слово-то? О чем? Когда суд Божий придет, все узнаем. Игнатий Тихонович, вот вопрос, что сейчас также говорили по поводу бороды, как было от начала, ведь это откуда пришло? Это все равно же с Запада к нам пришло. Сбрили бороды всем прям насильственным образом, сделали такую моду западную, непонятную, нечестивую, и для сегодняшнего мира это нормальное явление стало. А кто это говорит? Алексей. Игнатий Тихонович, не молчите, говорите что-нибудь, пока Сергея нет. А что говорить-то? Я должен говорить. Вы скажите что-нибудь или вопрос задайте, а зачем я буду зря говорить? Начнешь говорить, вот как протестанты там. Они говорят и никогда не спрашивают, а знаешь ты это или нет. Ему лишь бы говорить, это же не годится. Он говорит то, что я давным-давно, 55 лет знаю наизусть. Я стою, сейчас другой слушаю, он даже не додумается спросить, а знаю это или нет. Я не хочу подражать им. Кому что непонятно, пока Сергея-то нет, любой вопрос задавайте. Игнатий Тихонович, Алексей спрашивает вас. Вот меня все тревожит вот эта вся западная идеология вообще. Извращенные все эти духовные ценности, которые они навязывают миру православному. Как с этим бороться? Это от кого исходит вообще все это вот? Вот брить бороды, ходить там непонятно как, с современным. Мы же должны как-то это самое быть образоподобными Богу нашему. Так, вопрос, когда задаете, научитесь задавать его не больше полминуты. Вопрос очень просто задать, а отвечать это побольше надо. Нас не должно интересовать, кто это что, а только я. Теперь я буду говорить, ты скажешь, а другой скажет, да это не он, только там еще раньше Скифолд это сделал, а это сделал кто? Это Бакмелдер. Там я знаю, это лесенка какая. Зачем? Нам нужно так. Я умер для мира, а мир для меня. И мне никакой разницы нет, кто это придумал, кто начал. Я знаю, что это от мира сего. И поэтому не любите мира, не того, что в мире. Вот это меня касается. Кто любит мир, в том нет любви очи. А человек любит мир и думает Бога. А нельзя никак. Что общего света со тьмою? Все, ответ понятен. Поэтому на меня никакие картинки, ничто не может действовать. Это абсолютно бесполезно. Почему? Молитва. И молитва, все разрешается. Первый раз встречаешься с человеком, он таится, боится сказать. Он еще не ушел, а ему уже биографию его высказываешь. А как вы узнали? Да ничего не знаю, у тебя на лице написано. Он даже не знает, что у него... На лице уже начертание стоит.
Он садится, такой симпатичный мужчина. Я его первый раз вижу и спрашиваю, а кто это? Я в той местности первый раз, в том городе первый раз. Да, это так. Я говорю, это блудник очень сильно. А как вы узнали? Так на лице написано. Что тут непонятно-то? И поэтому меня интересует одно. Как я отношусь к Господу? Благоволит ли Он ко мне? Доволен ли Он мною? Не сожалеет ли Господь, что меня избрал и открылся мне, что я только числюсь в христианах? Вот вопрос. А это начинать надо по ступеням. Отвергнись себя. Возьми бумагу и напиши «Мое я», из чего оно состоит, что ты любишь, пить, есть, спать, дружить, считать, слушать, смотреть. Вот все запиши, из чего ты состоишь. Это не просто так. Люби ближнего, как самого себя. А если ты себя не любишь, ты и ближнего не любишь. Если ты ближнего любишь, чтобы он не курил, ты тоже не кури. Подражайте мне, как я Христу. Это вопрос очень легкий. А дальше человек, когда шагает, лукавство одно. Он говорит и не делает. Он не такой. Вот писатели пишут, выдуманные герои какие-то. Кому подражать? Кому? Которого не было? Павка Корчагин. Никакого Корчагина не было. Считаем, молодая гвардия. Там имена придуманные. Зачем тебе? Ты считай образ, который дал нам Господь. Библейские образы. И ты должен их знать хорошо и задумываться, а почему так было? Почему, когда избрали Саула первого царя, не люди, а Бог? Он на одну голову выше народа был, то представить даже, и то уже как радостно, какой силач. И вдруг он прячется в обозе и не хочет быть царем, а сделается тираном из тиранов, целый город Нову священнически уничтожит. Как это получилось? Вот это перенести на сегодняшнее время. Тут рассуждений море, и душа твоя удовлетворится, что тебя Бог избрал, благословил, дал разумение. Вот об этом надо говорить, чтобы любой образ библейский заговорил с нами. Почему на Тимофея Павел избрал его, а о нем было свидетельство? А какое? Какое? А какая мать его Евника, а бабка Лаида? А что? Вера в них, и они хорошо воспитали сына и внука. Она-то была иудеянка, а отец грек. Как она оказалась за греком, вопреки закону, оставим за кадром. Да, действительно так. Что, уже она разошлась или что? Тоже за кадром. Главное, что веру сохранил. Это самый близкий был ученик Павла. А полукровка, не еврей даже. Только по матери. Вот это и означает, что сегодня не надо смотреть ни на происхождение, ни что, а как он верит. Как он любит Господа. Как во всем видит непредсказуемое. Признание Божие, красоту тварь мира, все. И он все время славит Бога. Но вы сами, когда вот выйдете на улицу, остановитесь, там листок любой рассмотри летом, птичка, как она? Вот у меня в комнате голуби. Вдруг потеплело, я с улицы их принес. Они, маленько прошло 3 дня, и они, вижу, уже стали любоваться. Он ее вот заклюп и любуется, целует. Голову там убирает. Вижу, уже топчет, уже брачная ночь прошла, все. И сейчас они сели нестись. Им надо прогулку дать, они вылетают. Один сидит на гнезде, второй вылетает, этот садится. Кто их приучил? Инстинкт. Инстинкт. А кто пищу ворону дает? Господь Бог Еву говорит. Инстинкт – это люди придумали, заменили слово, что это промысел Божий. И он дает пищу всякой твари. Он ее создал, вложил в нее. И скот чувствует. Ев говорит, и скот чувствует. На мясокомбинат привозят коров, а у них слезы текут. Слезы, прям настоящие слезы. Вот это размышление. А как же человеку не плакать, когда он разумное существо? Научись так мыслить, у тебя под старость не будет этого маразма, никому не нужного. Зайдет на кухню, не знает, зачем зашел. А почему? Это наша жизнь. Она никуда не денется, уже по ногам смерть бьет и ничего не понимает. Как так? Верующие, я не помню. Проблудил жизнь-то. Блуд съедает мозги. Почему раньше не думал? А сейчас на бумажку записывай, не ленись. Повторяй чаще. И что-то запомнишь. Мне в жизни встречались люди удивительные. Когда-то я в Москве в 80-х годах беседовал с очень известным православным священником. Он 7 лет отсидел. Дмитрий Дудко. Зарядите только в интернете, и вы найдете Дудко. Он самый популярный был. Не Александр Мень. Не Глеб Якунин, а отец Дмитрий Дудко. И вот когда с ним говоришь,
Столько нового открывается. У него опыт жизни был. Огромный опыт. Столько людей. И он мог говорить конкретно на сегодняшнюю обстановку. Почему сегодня об этом не говорят? Опыта нету. Я был близко с ним знаком. Но мы сразу с первого дня сошлись, и как будто мы ждали друг друга. Ты вышли в рощу, и чуть не всю ночь прогуляли. А ему уже в то время было более 50 лет. И вот я гляжу, голубь садится, теперь парит. Кто вложил? Мой Бог. Как он заботится обо всем. Как обо мне заботится. Как сделать, чтобы пальцы шевелились. Ноготок был. Это он. Он дал мне то, что есть. Я не буду ничего портить. Это мой Господь. Его картину нельзя портить. Она совершенная. Если у женщины растет борода, какие-то гормоны сбились, что-то там с этим связано. А мужчина, если нет лица, евнух, значит, кастрированный или еще что-то. Сами подумайте, что это? И не надо ничего лишнего говорить. Только что перед глазами видишь, научись понимать. Что случилось? Горе. Какое горе? А вот такой-то на меня напал, на работе меня выгоняют. Да какое же это горе-то? Есть люди парализованные. Есть, которые самое страшное в плену находятся. Ежедневное издевательство. Помолиться не дают, пальцы рубят. Горе. А если с ними сравнить, кто потерял веру, так ему еще хуже. Он ничего не имеет. Он не знает слова сказать кому. А если он верующий, он и в плену будет верующий. Это мы считаем в житиях святых. Они молились, и стражники каялись. Павел, мы считаем, 16 глава, Деяния апостолов. Где они молились? В темнице, закованные в колоду. Ноги-то не шевелились даже. Они пели. Землетрясение. Все вовремя. А что землетрясение? Ну, какие-то там плиты подземные сдвинулись. Конечно, так. Но кто им повелел двигаться? Ты дальше-то рассуждай. Бог. Стражник испугался. И так скобы разъехались. Все эти засовы выпали. Он подумал, что все убежали. Двери-то раскрыты. Никто не двинулся бежать. А все только думали о свободе. А почему? Бог приковал всех. Он души расковал, а тела приковал. Как написано, Господь говорит про святые отцы. Савл шел. У него зрение, говорит, хорошее было, но Бог его хорошо ослепил, потому что он плохо видел. Он пал и слышит голос. Что ты гонишь меня? А кто ты? Вот история. Он ее рассказывает перед Антипой. Там, ну, там Фес был, Феликс. Слышали многие от него. И до нас это дошло. Правители-то разве думали, что то, что говорит узник, дойдет через тысячелетия во все народы? А что они издают указы, делают каждый день какое-то? Нигде ничего нет. Одна монетка останется с Пилатом, и все. Вот как Бог решает. Я увековечу свое имя. А как? Только угождением Господу. Ну, кто такой Серафим Саровский? Ну, посмотри на него, какой он сгорбленный. Его там разбойники топорами, обухами охаживали. Его весь мир знает, а их никто не знает. К нему обращается за помощью. Это не выдумка, это реально. И поэтому говорить надо о том, что прославляет Бога. Как ты обратился, все время вспоминай. Во сне увидишь что-то страшное. Наяву проснешься и не веришься, как Сирахов говорит, там 34 глава. Но однако это так. Он нам, Господь, открывает свою истину. Вот я об этом и хотел сказать, чтобы каждый посмотрел вокруг. И порадовался. Ведь мы не знали, какими мы родимся, какие будут дети. Все, как Господь сделал. Жилки натянул, сухожилиями кости стянул. Человек бегает, крутится, и пальцы шевелятся, и печатаешь, только думаешь, и все как надо. Но чтобы поесть что-то, надо рот раскрывать не рукой, а только мысль. В пищу пропустить, дальше думать не надо, сама переварится. И на входе, и на выходе думать не надо. Боже, как все чудно, какой ты дивный, Господи. Научи так, чтобы хвалебная песнь рекой текла. И тогда ты увидишь, как все засветится вокруг. Мне Бог позволил вести занятия на заводах, фабриках, в организациях, КГБ, школах, институтах, там, университетах, и на разных конференциях, везде приглашали. Воинские части, милиция, тюрьмы, лагеря. И везде Бог открывает сердца людей. Везде. Такого места не видал нигде, которое совершенно непригодно. Я один раз только сказал там следователю, главное, фамилия Ульянов. Ну, Виктор звать.
а он уже на пенсию идти. А у него огромный портрет Ленина висит в судебном там где заседании и прочее это. Я захожу, он говорит, ничего не думается, вот как-то прямо голова так. Я говорю, вот этот идол сковал. Да вы что? Дверь он заперта, домой его сняли и там где-то за трубу засунули и все. И уговаривать даже не надо. И как, говорит, не знаю, говорит, как, говорит, нормально. У нас профессор зашел, доктор там своих технических наук Евстигнеев, и говорит, а что у вас за люди тут на занятиях? В университете я вел занятия. Я говорю, а что вы не видите? Я говорю, ну не знаю. Так светится все прям. У него студентов 21 тысяча не светится. А к нам зашел, а у нас со всего города люди здесь. Светится. Мы ведем занятия другой раз здесь под деревом, где мы молимся. Лето, тепло, 12 часов дня. Заходит директор Исаев. Только калитку открыл. А что это у вас здесь такое? А я говорю, а что? Так вы разве не чувствуете? Тут такая энергетика. Во дворе энергетика. Нам до того смешно. А он зашел и чувствует. Почему? Молитва. Смирение. Чего дьявол не любит? Вы скажете, хвалитесь. Да, я хвалюсь. Написано, хвалящийся хвалить Господом. Вот я смотрю, как у нас в общине люди, как одеты, какой порядок, какая тишина. Я хотел бы знать, есть ли такая еще община, чтобы нам поближе познакомиться. Не то, что мы хорошие, там, фарисеи, но это труд. Труд. Совершенно незнакомые люди делаются родными и близкими. Вот об этом надо думать. Как? Ты трудишься, и Бог обязательно даст друзей, будут враги. Горе, когда все о вас будут говорить хорошо. Поносят тебя, а это награда тебе. Так он друг был, изменил. Ну, у людей мира понятно как. А ты молись о нем. Молись. А может быть, Бог даст ему покаяние. Я, может, говорю, никого и нет уже тут. Слушаем очень внимательно. Слушай. Господь говорит, я научу тебя. Вложу уста мои. Вот когда говорят, я против монашества. Это неправда, я за монашество, не за такое. А чтобы были одинокие, никаких обетов Богу не надо давать-то. И так, в крещении дали, служи доброй совестью. Чтобы могли идти все свидетельствовать. У Пахомия Великого 11 тысяч мужиков было, и ни одного не послал на миссию. А там и зародилось теперь мусульманство. 2 миллиарда мусульман были бы православными. Вот ваш грех, теперь измерять кто будет. Вот я про что говорю. Что тут? Тут и так понятно, не сеяли, сидели за стенами, кряхтели, все, вникали в себя. А что там вникать-то? Один грех, темнота. Ты вникай в учение Христово и в себя, и занимайся с ним постоянно. А без света-то Христова, что ты будешь исследовать? Там Сергей пришел. Все, Сергей, отошел я. Так. Ну, вот у меня вопрос, если можно, многие задаются, будут ли животные в раю? Будут. И которые умерли, животные воскреснут ли? Нет, не воскреснут. Не воскреснут, животные будут. В раю, а которые были? В последний... Которые в раю были животные. В раю все животные были. В раю. И это будет рай с теми же животными. Вся тварь воздыхает. И освобождена будет от рабства, освобождена. Рабство от лени. Римлян 8 глава, считай. Эта глава прямо говорит, что будут. У меня стихотворение написано. Я как бы спрашиваю, Господи, а голуби там будут? И Господь отвечает, воркованием наполнится все. Что кто любит, то и будет. Вот поэтому радостное. У нас в соседнюю деревню, Урывки, уехали бывшие жители, а теперь они там, он стал председателем колхоза. И такой передовой мужик-то, пчеловод. А дочь говорит ему, папа, почему у нас так скучно, в Потеряевку приедем, у них ничего нету, бедность такая, ну все веселые, радостные, и мы уезжаем радостные. Почему? Это Паустовского сын, ну, писателя. И говорит, папа, почему ты все чернеешь и чернеешь, а мама светлее и светлее? И он ответил, у мамы впереди встреча со Христом и свет, а у меня ничего нет, кроме лопуха на могиле. У меня веры, сынок, нету. Вот весь ответ. Без лукавства. Вера – это счастье, это дар Божий. И там будет все, что мы здесь имеем, только не в смертном состоянии. Какая красота неописуемая. Я разговаривал с человеком, который в шахте погиб. И он говорит, вот, ну возьмите воробья
и павлина, когда он хвост распустит. Ну, что тут сравнивать-то? Так вот, наши павлины там в раю, говорят, как воробьи. В сравнении с теми птицами, которые там. Не видел глаз, не слышало ухо, какое пение будет. И птицы будут, и хор не выскажешь. И поэтому ты говоришь, Павел правильно написал, тварь будет освобождена от рабства тлению, свободу, славу детей Божиих. Отошел. Откровение, 20 глава, 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Толкование. Это картина всеобщего суда, на который надлежит предстать всем людям в последний день. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово. 2 Коринфянам 5 глава 10 стих. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делающие зло, воскресение осуждения. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28-29. Под мертвыми разумеются все люди, умершие телесно, или же в особенности мертвые во грехах. То, что здесь не упоминаются дожившие до второго пришествия Христова и не претерпевшие телесной смерти, но изменившиеся, не означает, что их не будет на суде. Они, как и вышедшие из гробов, предстанут пред престолом суда. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христова. 2 Коринфянам 5:10 говорил апостол Павел. А в другом месте: каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. 1 Коринфянам 3:13. Иоанн видит представших пред престолом Бога, малых и великих. Малые и великие по возрасту, по богатству, славе и положению в обществе и церкви, по совершению греховных дел, все одинаково предстанут на суд. Это будет нелицеприятный суд и праведного судьи. Иоанн видит их всех, стоящих пред Богом, а пред Богом все равны. Не земными богатствами, титулами и наградами, не со знаками отличия и почести, а со своей совестью и делами равно предстанут пред Богом все. Президент и чиновник, патриарх и священник, крестьянин и раб, человек малый и великий готовится к этому страшному дню. Тогда спросит Бог каждого: что сделал ты для меня, какой принес сноп господину жатвы? Не уповай на свое величие, не отговаривайся своей малостью, но готовься предстать пред Богом. Иначе еще. Малые означают нечестивых, а великие – праведных. Те и другие тоже равно предстанут на суд, как мы уже видели, поэтому ложно учат говорящие, что праведные не предстанут на страшный суд. При этом они ссылаются на слова Христа: «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную,
и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Евангелие от Иоанна 5:24. Они говорят, что как только умирает праведник, то он сразу, без мытарств, без молитв церкви и даже без суда идет к Богу. Это неверно по следующим причинам. Во-первых, это противоречит тем ясным местам Писания, где говорится о том, что праведники тоже предстанут на суд. Матфея 25:31-40, 1 Коринфянам 3:11-15, 2 Коринфянам 5:10, Римлянам 14:10. Во-вторых, слова Христа в Иоанна 5:24 должно разуметь не так, будто праведники не предстанут на страшный суд, а так, что они еще на земле, здесь, через веру и таинство обрели вечную жизнь. И на суде будут не осуждены, а оправданы. В покаянии они осудили себя, а потому не будут осуждены Богом. В-третьих, это видно из того, что на суде будет открыта книга жизни, и осуждены будут не все, а только не найденные в ней, стих 12-15. Найденные же в этой книге есть праведники, имеющие наследовать жизнь вечную. В-четвертых, с мыслью, что праведники не предстанут на суд, не может смириться нравственное чувство христианина. Есть такой принцип, что за преступление следует наказание, и что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Марка 4:22. Без суда это нарушается. Облеченный и наказанный может получить прощение. Искренний человек не может с радостью принять прощение, не будучи сначала облечен. Просмотрев беспристрастно свою жизнь, как может христианин согласиться с тем, чтобы не предстать на суд? Никак. С другой стороны, нельзя думать, что нечестивые не воскреснут на суд. Так святой Кирилл Иерусалимский, объясняя слова псалма «не воскреснут нечестивые на суд», Псалом 1:5, учит: если сказано, что нечестивые не воскреснут на суд, а на осуждение, потому что Богу нет нужды в долгом исследовании, но тотчас по воскресении нечестивых последует и их наказание. Блаженный Феодорит учит: не сказал Святой Дух, не воскреснут нечестивые, воскреснут, то есть воскреснут, но не в суд, а на осуждение, потому что не имеют нужды в обличении, и нечестие их явно, ожидают же одного наказания. Как убийц, взятых на самом месте преступления, судьи приводят в судилище не для того, чтобы обличать, но чтобы произнести над ними согласный с законами приговор, так проведшие жизнь в нечестии, несомненно, по воскресении понесут наказание и не на суд будут приведены, но услышат приговор казни. Такое понимание этих слов псалма ясно проступает в русском переводе: потому не устоят нечестивые на суде. Далее описывается, как совершается сам суд. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. О раскрытии многих книг на суде написано также у пророка Даниила: судьи сели и раскрылись книги. Даниила 7:10. По этим книгам будет совершаться суд над каждым человеком.
Иные здесь разумеют книги Писания, по которым будут сверяться жизнь и дела каждого человека. Поэтому каждый из нас должен во всем строить свою жизнь по этим священным книгам. Слово Божие будет нас судить в последний день. Эти книги написаны не для кого-то, а для каждого из нас. В них написана воля Божья, исполняя которую только и возможно спастись. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Александр Сергеевич, отключите микрофон. Эхо. Тогда только сможешь устоять на страшном суде. Сейчас Сережа, он не понял. Сережа, он не понял, скажи еще раз. А он отключает. Сейчас. Все. Нет, не отключил. Не, сейчас отключу, я ищу просто где. А, вот. Да, все. Сейчас многие верующие и неверующие не раскрывают этих священных книг, но они все равно будут раскрыты на суде. И что ответишь, когда будешь судим по написанному в книгах Писания? Будут ли дела твои сообразны с написанным в этих книгах? Читайте Писание, исполняйте его, и будете жить. Ну, закончим пока, уже час прошел. Вопросы по прочитанному есть? По прочитанному нет, тогда можно задавать любые вопросы. Геннадий Тихонович на них с удовольствием ответит. Пожалуйста. Можно сказать, Наталья? Можно. Значит, вот этот последний стих, все книги, которые есть в Священном Писании, эти книги будут на суде Божьем открыты, да? Да. Благодарю. Но Христос же говорил, не я буду судить вас, но слово, которое вы слышали, оно будет судить вас в последний день. Слово. Христос есть слово, то есть он судья и пес курица. Сергей, не значит же это, что мы должны наизусть знать Писание? Ну, написано в точности исполнять. Мы не наизусть. Я в школе, когда учился, мне не нравились зубрилы, которые вот вызубрят текст, а смысла понять не могут. А мне всегда хотелось понять смысл. И когда смысл понимаешь... Да и, по-моему, Златоуст говорит, не покажи мне, как написано. А то там даже у нас был случай карманные Евангелия, и там вместо ребра бок написано, такого сестра там заумирала. Прям. Ну, смысл, ну, бок и ребра, то ну, ребро воткнули, пронзили. Она, нет, нет, это там, вот, ну, на спасение влияет это, бок или ребра там. То есть, ну, переводчики так и написали, что не ребра, а в бок. Ну, в бок же воткнули. Ребра-то сбоку. Нет, в ребра. Ну, а почему же тогда не сбоку-то? Нет, вот это вот... Ну, наизусть, конечно, хорошо, когда человек знает наизусть, но при этом он, если он не понимает смысл, то это ему совершенно не поможет. Ну, а когда человек смысл знает, сверяет свою жизнь, размышляет над Словом Божьим, размышляет день и ночь, книга сия не отходит из уст, получайте с ней день и ночь. Лучше, конечно, заучивать наизусть. Заучивать наизусть, но еще раз повторяю. Смысл, главное. Покажи мне смысл написанного.
Многие еретики наизусть ее шпарят. А смысл совершенно уводит в ад, в погибель. Поэтому и мы-то здесь на занятиях и читаем, мы же разбираем смысл и молимся, чтобы понять истинный смысл, то есть воля Божья для чего, какая в том или ином, то есть как поступать. Я об этом говорил, ты какой-нибудь поступок думаешь, делать или не делать. Четыре вопроса всегда задавайте. Что об этом говорит Бог, что я ищу, земного или небесного, что говорит об этом моя совесть, и не подам ли я соблазн кому-либо своим поступком. И первый вопрос, что об этом говорит Бог, что об этом говорит Библия. Все, ответил на этот вопрос. Дальше рассуждай. Что еще, небесного или земного, временного или вечного? Да. Второй вопрос. Еще вопросы? Ни у кого нету ничего сегодня. Подскажи, пожалуйста, еще два вопроса вот этих последних. Каких вопросов? Что еще земного и небесного, а дальше? Третий вопрос. Что об этом говорит моя совесть? И четвертый вопрос, не подам ли я соблазн кому-либо? По четвертому вопросу надо пояснять, что значит соблазн. Апостол Павел говорит, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить немощного брата. Пример есть. Поступок не есть мясо. А некоторые говорят, тут пост, и меня пригласили родственники, и угощают меня в постные дни мясом. И чтобы им не подать соблазн, я вкушал мясо. Вот так вот еще можно повернуть. Смысл совершенно теряется. Ну вот в этом последнем случае, как вы сказали, в пост предлагают мясо. Нужно же отказаться, правильно? Правильно. И никакого соблазна ты тем неверующим не подашь. Ты должен думать, не подашь ли ты соблазн верующим. То есть ты ешь в пост мясо, и он соблазнится, а ему можно, а мне нельзя, что ли, тоже будут нарушать пост. Вот. А то, что те грешники подумают, так и им подашь соблазн. Ну какой же ты верующий, мясо дали, он и поплыл. Ой, какая-то же у них вера. И соблазн подаст тоже, и даже неверующих они. У меня тоже давно было пост, и страстная там, по-моему, седмица, батюшка идет в рясе, и полный пакет сгущенного молока несет. И у меня соблазн возник, ну надо же. Ну меня там успокоит. Да это он коту взял, коту, любимому коту, коту-то можно. Ничего себе, там килограмм 10, наверное, ну коту здорово так живет. Так, вопросы еще, пожалуйста. Ничего нет? Так, ну давайте еще прочитаю немного. Если у кого-то возникнут, прямо останавливайте меня и задавайте. Лучше же под раскрытыми книгами разуметь совесть каждого человека. Вот об этом, что сейчас и говорили, третий вопрос. Как в некую книгу записываются все помышления, слова и дела человека. Сейчас эта книга закрыта, но на суде она будет раскрыта. То, что сейчас порою остается закрытым не только от постороннего взгляда, но и от самого себя, все будет раскрыто тогда. Тот день покажет дело каждого, каково оно есть, 1 Коринфянам 3:13. Тогда, как в раскрытой книге, каждый увидит себя и дела свои, каковы они есть.
и сообразно с написанными в книге мыслями и деяниями каждого человека будет ему и суд. Душа, помнишь ли всегда об этом? Помимо этих многих книг, еще и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. Об этой книге смотри толкование на третью главу, пятый стих. В эту книгу по предведению Божьему вписаны имена всех, имеющих наследовать жизнь вечную. Многие книги будут открыты для обнаружения дел каждого человека, безразлично верующего или неверующего. По ним каждый получит соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. А по книге жизни будет определяться как бы конечный приговор или вечная участь человека. Записанные в эту книгу при крещении и не изгладившие из нее своего имени делами своей жизни наследуют царство, уготованное им от создания мира. Матфея 2:34. И судимы были мертвые. Сейчас время свободы, потом будет суд. Сейчас человек, делай что хочешь, потом за все будешь отвечать. Сейчас сеется семя, потом пожнешь плоды. Всем нам должно явиться предсудилище Христово. 2 Коринфянам 5:10. Но от белого престола суда выходит огненная река. Пророк Даниила 7:10. А потому всякий не иначе предстанет пред страшным судьей, как пройдя через эту реку. Истекающая от престола река огня охватит, омоет и попалит своим пламенем всякого, идущего к судье. Страшно идти против течения могучей реки, стекающей с высоких гор. Но как пойдешь, человек, через реку огня, истекающего от небесного престола. В этой огненной реке каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. 1 Коринфянам 3:13. Если даже природа, звезды и луна, травы и цветы, небо и земля не устоят, но носимые страшные, клокочущие огненной рекой, бежат от престола с неимоверной скоростью и не найдут себе места, то как устоишь ты, грешный и слабый человек? Как найдется тебе место? Как снесем это, братья, взывает Ефрем Сирин, когда увидим огненную реку, плещущую с яростью и пожигающую всю землю и все дела, которые на ней. У кого дело, которое он стоит, строил, устоит. Смотри, 1 Коринфянам, 3 глава, 14-15. Во время разлива горных рек все, ил, деревья, камни, люди, превращается в быстро уносящиеся вниз, страшное, клокочущее месиво. Что поможет тогда, когда разольется всеиспытующая огненная река суда. Восплачь, человек, и вострепещи, и истово помолись со всей церковью. Христианской кончины жизни нашей, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшном суде Христовом просим, подай, Господи, тогда устоит только золото огнем очищенное. 3:18. А потому советую тебе, душа, купить его у Христа. Только добрые дела, соделанные в Духе Святом, смогут устоять в этом огненном испытании страшного суда. Только сам испытующий сердца
помыслы и дела человеческие, сможет тогда помочь. Взирай на него, человек, всегда помни день смертный и всегда помни день судный. Память о дне суда удержит тебя от всего нечистого и скверного и возгреет к делам добрым и праведным. И судимы были мертвые, пишет Иоанн, сообразно с делами своими. И далее он еще раз напишет стих 13. И судим был каждый по делам своим. Можно привести множество других мест Писания, говорящих о том, что на страшном суде будут испытываться именно дела человека, и, соответственно, с делами будет воздаяние. 1 Коринфянам 3, 13, 15, 2 Коринфянам 5, 10. Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудия, ибо Он по делам человека поступает с ним. Иов 34, 10, 11. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 27. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Иакова 2, 13. Все эти и многие другие места Писания противостоят протестантскому учению об оправдании только верой, а не делами. Это учение силой провозгласил Мартин Лютер, а за ним оно было подхвачено почти всеми протестантскими и сектантскими течениями. Многие из них ссылаются на слова Писания. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Галатам 3:2. Прекрасным ответом этим лжеучителям звучат слова апостола Иакова, брата Господня. Что пользы, братья мои, кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. План Иакова 2, 14, 17, 24, 26. Совершенно верна та мысль, что спасение нельзя заработать своими добрыми делами, тем более чужими. Но и совершенно неверна мысль, что спастись можно только своей верой. Спасают не вера и не дела, а Христос. Не вера утопающего спасающего, и не попытки его ухватиться за него спасают, но сам спасающий. Так и здесь спасает только сам Бог. От человека же требуется равно и вера, и дела. Чтобы приобщиться к спасению, необходима вера, действующая любовью. Галатам 5, 6. Цитаты же, приводимые протестантами, говорят не о ненужности и неспасительности дел, а о невозможности спастись посредством своих собственных дел и фарисейского исполнения ветхозаветного закона. Но ведь и также невозможно спастись посредством фарисейского упования на свою веру. Уповайте на Христа Спасителя, верьте в Него, соединяйтесь с Ним в таинствах и творите добро. О страшном суде о нас скажут наши дела. По делам будет и воздаяние. Поэтому спешите делать добро. Вопросы? Идем дальше. Да. Есть один вопрос.
А вот, ну, меня хорошо слышно? Хорошо. Вопрос. Вот книга жизни живых, ну, вот книга жизни, где записаны все дела полностью там, то, ну, и по этой книге будет каждый человек судиться, ну, на суде. Вот она пишется по жизни или она уже написана, эта книга? Я вспоминаю Псалом Давида, все дни мои записаны, ну, и все, ну, там, вот такой смысл, то, что все уже расписано. И вот если в книге жизни все дела записаны, то есть мы как бы по жизни идем, но мы можем исправлять то, что записано, или оно по жизни как бы, ну, записывается? Вопрос понятен. Игнат Тихонович, отвечайте. Ну, написано, это о предведении Божьем говорится. А о делах, которые верены нам, нам предлежит это делать. Павел говорит, что, говорит, ненавижу, то и делаю. Вот из этой человеческой ситуации надо вылезти. Когда Давид говорит об этом, он знает, что Бог прежде нашего рождения уже знал, кто мы будем. И все, когда говорит, ни одного дня еще не было, а все дни для меня записаны в книге твоей. Ты подивись этому и скажи, а я сделаю не так. Ничего ты не сделаешь, как раз будет так и написано. Так что, человек не волен изменить? Волен. То есть оригинал дан ему. А этот оригинал на что похож? Трухой набитое чучело, как один поэт пишет. Поэтому одно с другим и совмещать надо. Ты знаешь устав Божий, правила, веления Духа Святого, так и делай. И знай, все это будет написано. Это вот житие Василия Нового, там Феодора Цареградская, за ним ухаживала. Все, с кем пила, с кем ела, танцевала, все будет известно. И мытарство разбито на 12 частей, 12 таможен пройти. Пьянство, ругань. И больше вот 19 взять таможен. Там убийство, отдельно о воровстве, о пьянстве. Да хоть на одном блуд, прелюбодеяние погибает больше, чем на 19. На одном. Это главное. Тут и Фрейды, и все тебе помогут. И поэтому победить естественное, что заложено в человеке для размножения, а не для прихоти. Это только с Богом можно. А что особенного? Вопрос, что особенного? Ну и теперь посмотри те, которые кумирами являются у людей. Киркоров, Филипп, сколько жен? Алла Пугачева, сколько мужей этих было, мальчиков? И так и далее. Любого из них возьми. Вот Табаков сейчас при смерти, сколько там, четвертая жена, у Евтушенко четвертая, он умер 1 апреля в этом году, ну вот, в 17-м. Это вообще даже сказать нельзя. Так это официально, как у Есенина. А неофициально, сколько я спрашиваю, 18. Что спрашивать? Расслабленная природа. Это того же, говорит, молитва у нас есть, чего же и скоты бессловесные не творят, так и человек. Вот весь ответ. Это наши дела, они будут записаны и потянут влево. Вот это... Мне кажется, люди медийные, которые вот они, ну вот Пугачева, Киркоров, там вот эти все, ну актеры все, они же, они как бы, вот помню, Иисус говорил, что кто научит малых сих хотя бы одному вот этому плохому чему-нибудь, лучше бы ему это, упасть в реку, ну, с грузом за голову привязанным, и то для него будет лучше. Это они же, получается, как бы своей жизнью, ну, чем они занимаются, как живут, они подают пример всем, ну, как бы молодым, ну, людям. Они как бы учат. Они же очень огромный грех, это очень. Я сейчас только говорил об этом. Кратко формулируйте вопрос. Что в нем для вас главное? Что необходимо вам узнать? Вот от книги жизни мы сказали, Бог – это предузнание его. Это образно сказать, вот дал бы Господь Бог каждому конверт и сказал, в этом конверте он засургученный, вечером только ты узнаешь. И тут уже заранее написано, что ты будешь делать. А человек, который противится, он начинает думать, а как испортить это письмо? И говорит, меня видят, во сколько я на работу выхожу, прихожу, дома сижу, телевизор смотрю. Что тут не знать-то? Я сегодня все буду делать наоборот.
открыл форточку и со второго этажа по полотенцу спустился вниз. Никогда этого не делал. И дальше пошел не этой дорогой, а нанял такси, там покрутился по городу и заехал туда, куда ему не надо-то. Ну и так весь день крутился, вертелся. Вечером пришел и говорит: конверты давайте сюда. Вот теперь я и посмотрю это предузнание. Открыл, и первый считает: этот человек сегодня необычно пошел. Сначала вылез в окно на полотенце, он так и ахнул. А потом, где он был, останавливался, что покупал, все указано. Эх, дурак, надо было вот так сделать-то. Ты что угодно делай, ты же не знаешь. И там все написано. Но тебе дано, что человек зело, добро есть. Твори добро, удержи язык свой от зла и уста свои от коварных речей. Сколько бы не было трудно тебе. Вот я как-то разбирал тут вопрос. Если сейчас бы люди возлюбили истину, все, только правду, ни один бы не стал говорить неправду. Вы знаете, какая катастрофа была бы? Не ложь, а правду. Все бы начали сейчас говорить. Вот, ну сейчас бы все узнали Божью правду. Тот, вы какой есть, все. Вы бы сразу: как это так? Я, почему я на женщину похожий? И сразу бы стали задумываться: ну по правде жить-то, правда. Тебя мужчина сотворил Бог. Зачем ты на женщину стараешься быть похожей-то? Это прелюбодейная ересь. Какие-то отговорки. Ты мужчина. Бритву не сегодня же разбей. По правде жить, милиция-то. Да как жить-то? Зря не штрафовать. Да кто пойдет туда служить-то? Там им копейки дают. Там. Он живет-то за счет того, что он нахальный и здесь. Правду говорить. Не выучил урок. Ученики учителям говорят, те удивляются. Муж пришел, я там был-то с кем-то. Ну, вот как показывают концерт там Маргарита, это, мастера Маргарита-то. Что он делал, где был-то? Она вот уже гвоздать мужика начала. Все развалится будет. Статистика не нужна, вранье одно, все поймут. Никакого прироста нет, кризиса не было. Все искусственно сделано-то. И надо было все это объявить. Государство развалиться начало бы сразу. Нигде ничего не устояло. Ни в детских яслях, ни в армии, нигде. Чтобы нигде не лгать. Ну, вообрази, что не лгать-то. Так это как не лгать? Это людям даже непонятно сегодня. А разве это можно так жить, чтобы не лгать совсем? А написано: всякая неправда есть грех. Я не говорю: научитесь лгать, а не лгать. Вот я знаю, где предприятия, они просто остановились бы. Все бы увидели, что вместо обещанных 13% платят только 4%. Все. Понимаешь, нас обманывают на каждом шагу. И мы так к этому привыкли. И правду, если показать, и вот в церкви что делается? В церкви, я уж не буду говорить, православная. Вот везде эти кости, мощи. Ну что вы в мертвецах ищете счастье-то? Ну он умер, оставьте его в покое. Да нет, я прикоснусь. Это же обман один. Веруй в Сына Божия, воскресшего. Если Христа знали по плоти, отныне не знаем. Обману-то сколько в церкви-то? Торговля. Да у нас не торговля, а добровольное пожертвование. Даже фальшу не назовешь-то, еще не доросли до этого. Написано: добровольное пожертвование там за крещение 1500. Добровольное пожертвование. Ну, что там спрашивать? Вот у нас община, вот, у нас нынче отмечали мы 20-летие, только в этом здании находимся, которое Господь позволил мне выиграть у власти, два дома. Я реабилитирован был и начал судить, 11 лет шел суд. И вот у нас в общине что, ни разу с тарелкой не прошли, ни разу. Ни разу нигде торговли не было, копейки не свечи. А как же свечи горят? Батюшка получает десятину, покупает на пасеки чистый воск, а чистых свечей вообще нету. Это мерзость перед Богом. Нечистое нечистому, Левит, 10 глава, 10 стих. И сколько надо, свечи горят, ставятся. Так они аромат, как Серафим Саровский говорил, какие свечи ставить. Так это нельзя. Как нельзя? Можно. Вот они перед вами. Город Барнаул, Крестовоздвиженская община. За 7 минут все обязаны зайти в храм и молча стоим до начала. 7 минут молчать и молиться. Вот у нас, когда приходит, он не знает, что 7 минут делать. Припомни за неделю все милости Творца. Вспоминай, считай, все их до едины в сердце повторяй. Что Бог сотворил, удивляться будешь. Нигде этого нету. У нас иконы висят, а между иконы, обыкновенные иконы, как там Христа, Божьей Матери, святых, а между иконами надписи из Библии. В каком храме вы это найдете? В храме. 28.9 притча. Прямо перед входом в алтарь написано:
О чем написано? Что если человек отвергает ухо свое от слышания Слова Божия, то молитва его мерзость, и в алтаре мерзость, потому что ложь на каждом шагу. Вот тут теперь и задумайся. Убери-ка ложь-то, сделай правду-то. А по правде-то что? Наша молитва мерзость, если люди не читают Евангелие и не знают. Священник исповедует, только главное блуд. Блуд, больше там ничего этого исповеди-то нету. А почему не исповедует? А читал ли ты Евангелие? А был ли благовестником? А приобретаешь ли души для Христа? Ни один священник не исповедует, ни один. Вот и все. То есть неправда и неправда. Я зову, один день проживите. Солженицын написал труд «Жить не по лжи». Ты не веришь этой власти, не ходи на демонстрацию, он тогда говорил, не обманывайся. Ну не веришь, зачем ты на выборы-то идешь? Он уже давно выбран президент. Это все фикция одна. И ходят, толкутся, бумажки бросают, кто их будет считать, кому не нужны. Там за президента уже пачками спускают сегодня. И вот там наблюдатель, а что наблюдатель видит? А человек зашел один, из-под подала вытаскивает, две сразу захватили его, там поставлено, видно было, глазок-то. 250, другой заходит, 400 у него за президента, он туда бросает их, и все, кучкой лежат, не развернешь. По одной кидайте, заметно, что долго нет. Ну обман же, не ходи, не голосуй, только молись. Да как победит, если Зюганов или Грудинин, да не имеет разницы кто, это власть будет. И тоже говорю, а ничего не слышат. Ты сейчас пост. Жене скажи, я есть не буду молоться, если она неверующая. А что я тебя отдельно буду готовить? Не готов, я так проживу. Что ты подкаблучник-то? Бороды нет, уже подкаблучник. Жена командует. Это не по правде Божией. По правде Божией муж глава. Жена никуда шагу, чтобы не сделала, пока ты не благословишь. Где ребенок идет в школу, передний угол, три поклона. Тятя, благослови или папа, как там зовете-то? Все, все папы римские стали. У русских людей никогда папа не звали, а тятя. Пушкин писал, тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца. Никакого папы-то не было. Папа один в мире, один. Вот в России сколько там президент такой-то компании, президент такой-то. И тут это, выходит один человек и говорит, я тоже президент республики. Но я это неправильно. Надо посадить глава республики. Кто это? Рамзан Кадыров. Один. Вот какой он? Он мусульманин. Он по правде сказал. Я отменил у себя президентство, нету. Ну, Жириновский тоже самое говорил. Делают аборты везде. Он ввел закон сейчас у них за аборты судить. И все, прекратились аборты. Почему в других областях нету? Рядом Ростовская там область, Ставрополье какое. Почему они это не делают? Жить не по лжи. Это не просто. Это для Бога жить в радости. Есть у человека только два выхода. Говорить правду или молчать. И ничего, кроме правды. Иисуса спрашивали, он не отвечал ни слова. Ты не слышишь, сколько свидетельствует против тебя? Переживем. Пусть говорят. Значит, ваше время и власть тьмы. Вот как ответил. Ваше время и власть тьмы. Еще ты с ней борешься. Подбивают, давайте власти, давайте голосовать, там пойдем на митинги. Ну, взяли там еще дальше-то. После этого уже никакой. Переломали все, в мешке домой тащат. А еще нельзя говорить. Да говорить можно, надо знать, когда. И где, когда. Об этом молиться надо. Людям, когда говоришь, они даже это не верят. Да неужели это может быть так? Да так. Вот драка, меня захватили ночью, это у доктора Газа Федора было такое. У меня так же, они меня провожают, преступники. Что сняли, то и отдали. А почему? А тут нашелся один, подошел. Так это вы нас тогда спасли от смерти. Там драка была с ножами, я в середину втесался и растащил их. Вот и все. А он оказался таким. Колокол мне принесли утром, колокол где-то там упал, машина опрокинулась. Воск, вот мы хотели вас как-то отблагодарить, я их поймал и никому не сдал, у меня ученые собаки были. Понимаете, везде милость Божия, ты только живи открыто, не лукавь. Вот и весь ответ. Еще вопрос. Спасибо. Вопрос. Аллилуйя, во славу Божию. Аллилуйя, во славу Божию. Давайте помолимся. Время. Достойно есть, якова истину,
блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Молитесь, Игнатий. Отец наш Небесный, мы предстали перед Твоим величием. Дивный Создатель, Ты даровал нам жизнь. Ты благословил нас родиться в этот мир, чтобы мы прошли его, не нарушая заповеди Твои святые, чтобы во всем проявили любовь в Духе Святом. Распусти нас с миром, дабы слышанное исполнить. Сколь великие и страшные слова мы слышали о Твоем суде, чтобы все это стояло перед нашими глазами, чтобы об этом мы возвестили тем, которые ничего о Тебе не знают. Господи, даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. Даруй духовное рождение патриархов.